ՎՏԲ Հայաստան Բանկը այսօր նշում է իր Private Banking Մասնաճյուղի ստեղծման 2 ամյակը, եւ այսօր Yans Music Hall-ում ՎՏԲ Հայաստանը իր Prime Dass-ի հաճախորդերին հրավիրել է հատուկ երեկոյի, որի հյուրն է Pelagea Ethno Rock խումբը։ Было принято решение проведения этого концерта. У нас был опыт, мы приглашали Нинока Тамадзе. В этот раз решили пригласить Пелагею, потому что мы ее очень любим, во-первых. Во-вторых, конечно, Пелагея – это самая русская певица, то есть такой русской душой, со всем своим репертуаром. И когда мы получили согласие, мы были очень рады, что она приедет к нам. И очень приятно, что она приехала не на один день на концерт, она приехала на 4 дня, провела в Ереване, в Тбилиси. Я надеюсь, что она не последний раз здесь. Это вторая годовщина нашего бизнеса Private Banking в Армении. Первую годовщину мы отметили с Нинока Тамадзе, вторую годовщину отметили с Пелагеей. На мой взгляд, это уже устойчивая традиция, которая сейчас складывается. И мы, конечно, и дальше будем продолжать радовать наших клиентов категории Private Banking такими мероприятиями, как было сегодня. Первый раз я под большим впечатлением. Спасибо огромное Еревану за такой теплый прием. И я хочу сказать, что Сосо Павлиашвили очень хорошо отзывается об Ереване. Очень хорошо. Мы с ним, когда общаемся, он всегда говорит, что Ереван, я там нахожу спокойствие. И когда сегодня я ехал на площадку, я очень внимательно смотрел за городом, я написал Сосо, я говорю, Сосо, батона Сосо, я понимаю, почему вы так любите Ереван. Настолько им нравится наша музыка, что это я...
восхищен, настолько они тепло это все приняли, и нашу музыку, и нас, это, и только могу сказать огромное спасибо. Так как здесь встретили меня, мне действительно это... Вы не представляете, как это важно, поскольку я приехала к тебе на родину. Соответственно, мне, так как свой народ воспринимает, для меня это более важно, чем как бы... Вообще, в принципе, меня волнует, чтобы каждый зритель как воспринимает, но тут для меня было все-таки свое. Им папа мечтал, смотри, вот, если неважно, в каком ты месте находишься, именно держи свою традиции, ай как он традиционер, веди с собой, и чтобы... В общем, я внутри настоящая, такая прямо воспитана именно на этих традициях, конечно. Ну, лично мне, конечно, приятнее петь для малой аудитории, то есть для маленьких пространств, в маленьких залах, более камерно, что ли. Но на самом деле разницы большой нет, потому что все равно люди слушают, и ты получаешь такую отдачу, когда... музыка как-то касается сердец, может быть. У меня вообще и много армянских друзей, это правда. Причем с самого раннего моего детства я оказалась в прекрасной армянской компании среди КВНщиков, команда КВН «Новые армяне». Конечно же, все вообще большие друзья мои. И я всегда, в общем, с раннего детства понимала, что эти люди особенные, они очень добрые, гостеприимные и дружелюбные. Вот. Да. И я вот сегодня даже на сцене тоже об этом говорила, о том, что я когда первый раз побывала в Армении, у меня прям была такая легкая депрессия, потому что я очень переживала по поводу того, что я должна быть гораздо лучшим человеком, вообще что-то надо с собой делать, потому что нас так встречали, ну просто невероятно вообще. И этому нужно учиться, это нужно обязательно всячески пестовать вообще в себе и среди своих близких. И это очень круто, что вот в вас это есть изначально, и это так и дальше несется над нам тоже. Ну, а кроме гостеприимства, что вам запомнилось в Армении? Запомнится? Прекрасные люди. Но в этот раз мы вчера гуляли по Еревану, например. Да, на каскад поднимались. Я вдохновилась современным искусством армянским. Кстати, я читал, что... Да, ну да. Но... Конечно, кифтай, в принципе, еда. Я даже... Это же мясо, вы же не едите мясо. А все, я разбирала. Вы же йоги. После... Нет, ну нет, слава богу, до, потому что иначе это был провал, конечно, если бы я после Армении начала есть мясо. Нет, я вот, к сожалению, с января. Я желаю всем мирного неба над головой, чтобы все было хорошо, чтобы все желания сбывались, мечты сбывались, чтобы в профессиональном плане все всяческие задумки, самые даже, казалось бы, невероятные на первый взгляд, они бы реализовывались, чтобы находились правильные, нужные люди, которые могли бы помочь как-то сотрудничать и так далее. И самое главное, чтобы дома тоже после профессиональных удач ждали личные удачи, чтобы близкие ждали, любили, и тогда все будет прекрасно. И очень хочется к вам снова вернуться, а мы еще не успели уехать, представляете?